«Осторожно, переезд». Сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями Ивановской дистанции пути напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, пересекая рельсы. В Ивановской области, к счастью, страшных инцидентов с участием поездов в последнее время не было. Зато в соседней Ярославской произошло сразу две трагедии с интервалом в неделю. Один со смертельным случаем, где водитель погиб на месте, а там во втором случае есть пострадавшие, которые не соблюдали правила дорожного движения, выезжали под запрещающие знаки светофоров. И мы хотим водителей еще раз предупредить, что они где-то экономят, может, секунды, минуты, а теряют при этом жизнь. На этом железнодорожном переезде на улице Нормандия-Неман поезда ходят регулярно, как пассажирские на Москву, Ярославль, Нижний Новгород, так и грузовые. Если загорелся красный сигнал светофора или опустился шлагбаум, водитель обязан остановиться. За нарушение правил штраф на водителя составит 1000 рублей. Повторное нарушение правил дорожного движения при совершении этого нарушения – ему грозит нарушение в виде лишения прав управления на год. Этот переезд оснащен специальными устройствами, которые препятствуют проезду машин во время движения поезда, но водители умудряются преодолевать и их. В течение этого года на автовладельцев, пренебрегающих правилами пересечения переезда, было составлено 19 протоколов. Но, к счастью, законопослушных ивановцев все же больше. Я всегда соблюдаю правила. Нужно перед переездом убедиться, что горит белый свет или красный. Запрещающий. Если красный, то, соответственно, остановиться. С шлагбаумом видишь, что отпускаешь, тоже остановиться. И, соответственно, если звуковой сигнал подается, тоже остановиться нужно. Жизнь дороже. Бывают случаи, и попадают под поезда машины. И поезда опрокидываются. Зачем это нужно? Лишние 5 минут лучше подождать. Тормозной путь у подвижного состава при скорости 60-70 км в час составляет не менее 600 метров. Затормозить в случае форс-мажора машинист не успеет. Об этом нужно помнить. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.